прямо сейчас мы попадем на шоу известного дизайнера Мануэль Факини. Его модели не просто яркие, уникальные, они слегка космические, футуристические и не оставят равнодушными никого. И ходят они не по подиуму, а прямо по воде. Итак, коллекция Мануэль Факини. Very nice, especially when you walk in and then it's all dark with the water. And I don't know, I feel like dramatic, military vibe, amazing. I don't know, I have no words, like I feel impression. Продолжаем вас знакомить с дизайнерами, коллекциями и гостями Миланской недели моды. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, что именно вас привлекло на показ коллекции Мануэль Факини. Здравствуйте, меня зовут Кэнди Суперстар, я сегодня нахожусь на показе Мануэля Факини, и я очень впечатлена его нарядами и моделями. Действительно, он стал новатором в итальянской современной моде, я скажу, не только в итальянской, а даже во всемирной, потому что он внес такую большую изюминку. Это такие металлические светоотражающие элементы, которые очень удачно объединились с яркими цветами в нарядах. Я считаю, что это очень удачное объединение, которое выглядит просто фантастически. My dress. Oh, really? Sempre, toujours, je parle français. toujours, j'aime Manuel Facchini. Un fantastique, different. And I think that this model on the water are fantastic. And so Facchini is the best. I think the collection is very strong, very powerful, and very elegant at the same time. So I like it. It's super nice. I would wear almost over everything from the collection. Watch Manuel Facchini collection at ID Fashion. Thank you.